народ, с вами снова я, и я хочу возобновить выпуски блога. Не пугайтесь, качество картинки немножко хреновое, потому что ISO 320 тысяч. А сегодня обычный субботний день, казалось бы, и я хочу с вами поделиться немножко своим днем, как он прошел. Очень коротенечко, ничего нудного не буду показывать. Сегодня мой день заключался в том, что я работал. It's coffee time! Народ, вот это самый вкусный кофе в городе Калининграде. Но обломитесь, я последний его попробую, и он уедет в Питер. Так что ищите его в Питере и просите его сделать кофе дома. Потому что он не будет кофе делать там. Приезжайте со своей кофемашиной. Да, и он сделает охрененный кофе. Ну, пока нет клиентов, пришло время по монтажу. С этого выпуска я хочу попробовать выкладывать видео не только на YouTube канал свой, но также выкладывать еще на Instagram TV. Посмотрим, что из этого получится. Если вам нравится, как-то поддержите, поставьте лайк или напишите комментарий, если вам интересно. Если бы вам интересно было посмотреть следующий выпуск, обязательно напишите об этом. Для тех, кто не следит за моим Инстаграмом, а за Инстаграмом надо следить, подписывайтесь. Напишу вот здесь собака FrolovFilms. Подписывайтесь на мой Инстаграм. А для тех, кто не следил за мной на YouTube-канале, расскажу небольшую предысторию. Возможно, вы не видели мой пост. Много лет назад я создал блог «Сибиряки в КЛД», в котором писал сразу практически по приезду в Калининград из Сибири. Я делился своими первыми впечатлениями о Калининграде. Позже, когда мы поехали путешествовать во Вьетнам, видеоблог переделался под «Вьетнам Трип». Позже, когда я вернулся, я переделал блог. Я создал ему новое название «Фролов Сергей», в котором я хотел бы делиться с вами не чем-то конкретным, а в принципе все, что меня окружает. Очень важна для меня обратная связь, поэтому если вам нравится, как-то об этом сообщите, например, в комментариях. Ну, поехали! Встречать свою маму, бабушку Лианы. Я думаю, что совсем скоро мы с ней увидимся и поедем домой. Она наконец-то увидит свою внучку. Давно ее не видела, давно не приезжала к нам в гости. Наконец-то кто-то поводится с Лианой. Наша бабушка приехала, сейчас увидит свою внучку. Открывай, открывай. Thank you.